Он прожил всего 25 лет. Однако даже за столь короткую жизнь, благодаря своему творчеству, он сумел войти в классику белорусской литературы. Конкурс, посвященный 120-летию со дня рождения Максима Богдановича, объединил молодежь Гомельской, Брянской и Черниговской областей. Отрадно, что победителями в одной из номинаций стали учащиеся 28-й школы города Брянска Святослав Чепила и Кристина Шестопалова. На вручении почетных дипломов и подарков, которое состоялось в Славянском зале Брянской областной научной библиотеки, школьники более тесно познакомились с творчеством белорусского поэта. На встрече школьники услышали некоторые стихи Богдановича, а также сами прочитали отрывки из произведений белорусского классика. Неразделимы просто наши оба государства. Государство можно разделить искусственно, но людей, которые жили, женились, замуж выходили, которые работали и которые переживали все те страдания, которые были у нас, выпадали на нашу долю. Брянским победителям вручили почетные дипломы и памятные подарки не только от областной библиотеки, но и от белорусского землячества. Участники встречи выразили общее мнение о необходимости еще более тесного творческого сотрудничества между нашими странами. Игорь Мерчук, Александр Друсинов. События. Брянск.